Бессарабская фантазия. Ну а мы представляем вашему вниманию танец, который появился в репертуаре сравнительно недавно. Башкирский танец «Байрам Яз», что в переводе означает «праздник весны». Thank you.
А сейчас на нашей сцене барыня. Барыня, дорогие друзья, уважаемые зрители, конечно, сегодня действительно большой праздник у всех у нас. И сложно представить себе праздник без подарков и без сюрпризов. Итак, прямо сейчас на нашей сцене премьера «Уральский пляс». Постановка заслуженного работника культуры Российской Федерации Николая Карпова. Итак, ваши аплодисменты. Премьера танца.
студия народного танца «Спутник». Ваши аплодисменты, старшая группа. Средняя группа. Младшая группа. Подготовительная группа. Дорогие друзья, все это студия народного танца «Спутник». Ваши аплодисменты всем участникам, всем юным, молодым, талантливым артистам, которые сейчас стоят здесь, на этой сцене, и которые, конечно, подарили этот замечательный праздник вам. Но сейчас, дорогие друзья, позвольте мне пригласить на эту сцену, конечно, тех людей, без которых «Спутника» бы не было, тех людей, для которых «Спутник» — это жизнь. Концертмейстер Лариса Михайловна Скрипова. Педагог классического танца Татьяна Борисовна Шкрова. Художник по костюмам и исполнитель всех костюмов Галина Владимировна Лукиян. И, конечно, художественный руководитель Ольга Александровна Николаева. Дорогие друзья, давайте еще раз поблагодарим этих людей, потому что именно они вкладывают частичку своей души в каждого ребенка, который приходит к ним на занятия. Ну а сейчас позвольте представить выпускников. Наши выпускники. Наташа Пермякова. Женя Бедин. И Антон Немчинов. Вот эти ребята сегодня выпускаются, но мы надеемся, что они так же, как многие выпускники, будут продолжать действительно танцевать. Танцевать в своем родном и, конечно, любимом коллективе. И снова в нашем зале тесно. Пришли к нам гости и родные, и друзья. Мы каждый год здесь собираемся, все вместе. Большая спутника семья. Мы с радостью для вас танцуем, своим искусством вдохновляя вас. А вы нам дарите улыбки, аплодисментами поддерживая нас. Пусть праздник наш сегодня будет веселый, теплый, как всегда. А мы выпускников хотим поздравить и пожелать им радости, успехов и добра. А если вдруг вам будет грустно, то обращайтесь к нам, своим друзьям, и мы поможем. Станет все прекрасно, и счастье снова улыбнется вам. Дорогие друзья, мы поздравляем наших выпускников. Аплодисменты Наташа Пермякова, Женя Бедин, Антон Немчинов. Ну а сейчас позвольте предоставить слово художественному руководителю Свердловского государственного областного дворца народного творчества Наталье Александровне Сусловой. Добрый день, дорогие гости, мамы, папы, дедушки, бабушки.
От лица генерального директора Свердловского государственного областного дворца народного творчества Карпова Николая Николаевича и заместителя генерального директора Алексеевой Ольги Егоровны я поздравляю образцовый коллектив, студию народного танца «Спутник» и его руководителей с успешным окончанием творческого сезона, в котором коллектив стал лауреатом межрегионального конкурса коллективов народного танца на приз Ольги Князевой. Аплодисменты лауреатам городского конкурса «Екатеринбургские родники», лауреатам Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы», посвященного 65-летию Великой Победы. И мне лично уже хочется тоже поблагодарить и сказать маленькую характеристику каждому руководителю этого великолепного коллектива. Руководит коллективом Ольга Александровна Николаева. За педагогическое мастерство, за профессионализм Ольга Александровна неоднократно была отмечена почетными грамотами и благодарственными письмами правительства Свердловской области, Министерства культуры Свердловской области, главы города Екатеринбурга Свердловской области. Педагог по классическому танцу Татьяна Борисовна Шкроба. На ее занятиях дети обретают горделивую царственную осанку. Галина Владимировна Лукиян, удивительный человек, ее золотыми руками созданы, спроектированы, смоделированы, сшиты великолепные костюмы, которые вы видите на нашей сцене. И скромнейший, тишайший, интеллигентнейший концертмейстер Скрипова Лариса Михайловна, духовный центр творческо-педагогического состава коллектива. И в заключение я сообщаю вам о том, что в сентябре студия народного танца «Спутник» традиционно объявит о дополнительном наборе детей от 4 лет. Милости просим, мы вам рады, мы вас ждем, до новых встреч. Ну что ж, дорогие друзья, а теперь обратите внимание, вот пятый ряд, это люди, которые гипнотизировали с самого начала всех участников, которые сейчас стоят на этой сцене, меня, потому что это самые преданные поклонники, ни один отчетный концерт не обходится без их участника, наши выпускники! Это они сегодня топали вместе со всеми участниками студии народного танца «Спутник», потому что эти танцы не забываются. Добрый день! Сегодня мы, Наташа и Женя, от имени всех выпускников хотим сказать несколько слов ребятам, залу и нашим педагогам. Будем, что ли, поздравлять? Да. Или, может, наплевать? Нет. Целый год они старались. Да. Посмотри, как запыхались. Да. Вы сегодня выступали?